меня другие проблемы. Мне еще этого не хватало. Здравствуйте. Так, кто нас сегодня звонит? Я тоже. Меня вывести с равновесия нереально, сам удивился. I'm from Ukraine. Да, как бы, ну, не до этого. Об этом мы не мечтаем. Хорошо, у тебя как? Саша, нормально. Вы знаете, что вот сейчас у нас, во-первых, там зашли новые загрузки сейчас. Многие старые темы, которые раньше работали, сейчас перестали работать. И вот насчет медитации. Артур, ты там как-то мне про медитации говорил. То, что помнишь, сказала, что у меня какое-то отторжение. И вот сегодня я недавно думала о том, вот насчет этих медитаций, да, и сегодня эта информация подтвердила, что в новом времени медитации не работают, что у многих будет такое отторжение, как у меня пошло, и что медитация в новом времени – это танцы и секс. Только вот эти две вещи будут работать так же, как медитация. Всем нашим привет. Вау, привет, приветики. Привет. У меня почему-то тоже нет отклика, вот, потому что у меня только вот на танцы, на танцы, на танцы. Я вот, у меня вот это, я недавно об этом думала, что вот эти вот тантрические темы, это реально жизненная энергия, и танцы, и секс, и это еще связано все с деньгами. Александра, Александра, привет, как дела твои? Привет, хорошо у тебя. Лаура, спасибо большое, привет. У меня в сексе. Секс и деньги очень будут связаны. У тех, у кого не будет сексуального партнера, там будет и завязка какая-то в деньгах сразу происходить. То есть это торможение. Я даже немного соскучился. Ну, в принципе, так оно все и работает. Энергия кундалини, нижние чакры, деньги, это все завязано же. У меня их 5. Вас столько много, ребята. Я тоже так соскучилась. Я возвращаюсь. А чего не в кафе? Это внезапный эфир. Я не знаю. Я не ожидала, что я не планировала. Ты такая хорошенькая. Спасибо. Кстати, да, за магой. Знаешь что? Теперь я начинаю красить. Я сегодня, кстати, накрашена впервые за месяц. Я последний раз красилась.